Какое растение должно стать символом Чувашии, могут решить жители республики. В рамках Всероссийской патриотической акции «Аллея России» стартовало общественное онлайн-голосование. Отдать голос за растение, которое, по вашему мнению, символизирует регион, можно на официальном сайте акции «Аллея России» русприрода.ру. Голосование продлится до 31 августа. Тогда из представленного регионального перечня будет выбрано одно растение-символ для каждого субъекта Российской Федерации. В финале акции 21 сентября, в День работников леса, в Крыму региональными делегациями будет высажена аллея из 85 растений, символизирующих субъект России. Закладка аллеи является наглядным символом воссоединения Крыма с Россией, участия всех регионов в его судьбе и развитии. Чувашии выбор предстоит сделать из 5 претендентов – дуба, ивы, липы, ромашки и хмеля. В список для голосования попали растения, традиционно связанные с регионом, его природой, историей, культурой, имеющие особое значение для жителей региона.